смысле? Где он? Ой-ой-ой-ой, вон он. Так, так, что здесь? Food place, да мы... Сейф года. Он тут. Somebody wants to me. Всем привет, всем привет. С вами Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами поиграем в хоррор-игру про Шрека. Что это значит? Значит, что будет весело, будет смешно, будет интересно, но в то же время будет страшно. Как обычно, мы зашли на сайт с инди-играми, написали в поиске Шрек и нашли игру, которая называется Шрек in the Wood. Шрек в деревьях, Шрек в лесу. Ну, короче, Google женщина, подскажи, как правильно переводится. И у нас здесь есть история. Внимание, здравствуйте. Жизнь Шрека была прекрасный, он любил играть со своим другом Осликом. Нормально. Но однажды семья Шрека поехала в отпуск. Через несколько дней после отпуска... Почему мне смешно? Чего меня так это? Ты слабого Ослика рассмешил. Да, что-то Ослик меня рассмешил. Сейчас, подожди, смешинку пойму. Фух, так, я Осликом заново читать не буду, а то я опять сейчас это... Но однажды... Тут еще семья Шрека, у него нет семьи, какая семья? Ай, все, я читаю. Но однажды семья Шрека поехала в отпуск, и через несколько дней после отпуска все члены семьи Шрека... Опа, умерли. Остались только Шрек и его осел. Но ненадолго, двоеточие. Осел? Фух, все, прочитал. Дальше. ИИ, искусственный интеллект. Шрек управляется продвинутым ИИ, который выбирает самый быстрый путь, чтобы захватить игрока, то есть нас. Так, ладно, все, смех закончился, уже не смешно. Мы уже скачали эту игруху на компьютер, давайте увеличим, посмотрим. Здесь посмотрите в темноте, вот так вот кажется, что ничего нет. А потом мы начинаем увеличивать картинку. И добрый день, Шрек in the Wood. Что это такое вообще? Почему он такой темный? Все, запускаю игруху и начинаю. Уже потихонечку бояться. Ой. Так, началась какая-то грустная музыка. Стоит Шрек, у него полностью черные глаза. Все. Ой, он топор достал. Все, у меня уже смех, знаете, он потихонечку прошел. Вот что-то мне уже вообще не весело, если честно. Только что так смешно было. Фух, ладно, ребят, перед тем, как я начну играть в хоррор, начну очень сильно бояться. Я вас попрошу одно успокоительное. Единственное одно успокоительное. Чисто вот от вас мне нужен только лайк. Лайк это реально как валидол. Потому что я хоррор реально не люблю. Сейчас еще за мной будет Шрек гоняться. Мой любимый персонаж детства будет за мной гоняться. Поэтому, ребят, если вам не трудно, пожалуйста, поставьте свой лайк. Это правда очень важно. Я предлагаю пока что сыграть в нормальный мод, потому что я вообще не знаю, что мне нужно будет делать. Я только знаю, что у Шрека погибла вся семья. Он один с Осликом на болоте. И мы плывем к нему. Мы на лодке, ребята, посмотрите. Вокруг behind you. Сзади тебя написано что? Неплохое начало для Шрека с хоррором, для инди-разработки. Всем привет, ребята. Нас схватил Шрек, и мы в какой-то... Я даже не знаю, это какой-то туалет или это что? Это коробка какая-то деревянная. Игра, кстати, очень-очень темная, знаете, такая прям настораживает. Значит, пробел прыгать, Ctrl присесть. А, можно как в КС-ке, короче, прыгать и приседать, и ты будешь прыгать чуть повыше. Мы, короче, выбрались из этого логова. Это, я так понимаю, туалет Шрека, когда я в начале ролика сделал Somebody was... Вот это вот здесь. Это здесь происходило, ребята. Только почему я здесь? Чего меня именно в нем закрыли, я не понимаю. Мы в лесу. Смотрите, написано: записок собрано 0 из 6. Окей, мы это запоминаем. Найдите место, чтобы защититься от дождя. У нас сейчас реально идет дождь, мы в лесу. Нам нужно найти место, где мы можем защититься. Звуки шагов очень странные. Ну, чисто, знаете, для дешевого хоррора это то, что нужно, потому что они тоже начинают слегка пугать. О, стоп, это что такое? Какая-то банка. I'm not thirsty. Я не хочу пить. Это говорит нам персонаж. А вот и туалет. Мы можем его открыть. Но, блин, я не знаю, я хочу укрываться в туалете от дождя или поискать еще какое-то место. Вот здесь что-нибудь есть. Сейчас я проверю. Подождите. Ребят, буквально чуть вот вперед пробегу. Так, здесь какая-то поляна. О, это лабиринты начинаются, ребята. Нет, я все-таки лучше выберу туалет, потому что, мне кажется, разработчик хотел, чтобы я был в туалете. И я это сделаю для того, чтобы не наткнуться на какие-то секретные спойлеры. О, записка, я нашел. Стоять, сюда. 1 февраля 2012 года. Всем привет. Как у вас проходит полет? Надеюсь, что у вас все хорошо. Я очень скучаю и смотрю вдаль и вижу это опять. Что? Мы со слом. О, Данки, кстати, на осел на английском Данки. Это меня всегда смешило. Я и осел очень весело проводим время вместе. И мы играем веселые игры, такие как прятки и сморщки. Сморщки? Что? Я знаю, что вы не увидите эту записку, потому что я не могу ее отправить, но все равно приятно писать. Я очень скучаю по папе, но не могу думать о каких-то плохих вещах. Rest in peace, папа. Дроп Шрек. Земля ему пухом, короче, батя. Так, мы нашли первую записку, но что-то мне, короче, не нравятся эти приколы. И здесь что-то много слова смерть, умер, rest in peace, батя, туда-сюда. Мне такое не нравится, это как-то грустно. Еще идет дождик. Мы единственное, что можем сделать, это зайти в туалет к Шреку. Я открыл дверь, открылась она очень серьезно. Я захожу, о, там, а как
как какать? Здесь нет ямы. Я вроде спрятался от дождя или нет? По-моему, я справился со своей задачей. Да или нет? Что мне делать? Ну вот, я закрыл двери, я нахожусь в туалете, вроде дождь на меня не капает. Ладно, я так понимаю, что это все-таки не то место. Это место для того, чтобы потом в будущем прятаться от Шрека. Окей. Допустим, я так предполагаю, я не знаю. Но мы идем дальше по тропинке. Надеемся, что мы найдем сейчас какое-то место, где сможем спрятаться действительно от дождя. Налево или направо? Налево или направо? Пойдемте направо. Food place. Так, если хочешь покушать, если хочешь найти еду, иди туда. Ну, в принципе, там, где еда, там есть крыша. Это то, что нам нужно. О, я нашел столик и нашел еще одну записку и нож. Так, погнали. Возвращайтесь домой прямо сейчас. Я просто хочу, чтобы полиция сказала, где ты живешь. Но я все равно счастлив, потому что благодаря им ты получаешь каждое письмо, которое я тебе пишу. Они не видят, что я пишу. Они даже не открывают письмо, поэтому я могу говорить все, что хочу. Я убил много невиновных людей. И если ты хочешь, чтобы я остановился, приходи домой сейчас, Морони. Опа, на. А это что за информация такая пошла от Шрека? Пока. Надеюсь, что кто-то вроде меня убьет всех людей, которые за мной следят, и найдет, где ты сейчас. Короче, он ищет какую-то Морони, которая от него сбежала. Это, я так понимаю, его любовь. И это пишет Шрек, потому что там снизу справа подпись Шрека. Так, хорошо, место еды мы нашли, но это все равно не то. Нам нужно найти место, где. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь вообще открытое поле. Ребята, мы выбежали к речке. Там, где, я так понимаю, Шрек нас вырубил. Чего-то пока максимально не пон, ребята. Я, наверное, куда-то не туда побежал. Но в целом здесь тропинки, поэтому все будет хорошо. Что здесь написано? My log place. О, это то, что нужно. Типа логово туда-сюда. Тут какой-то камень, он нам не поможет. Хорошо. Блин, я не понимаю. Тут тропинки такие перебитые, какие-то непонятные. Мне нужно логово Шрека. Ой, а там что, ребята? Это какое-то действительно логово, что-то на это похоже. This recommends go to back here later. Looks a good hiding spot. Короче, сказали, что приходить сюда потом. Это выглядит как хорошее место для того, чтобы спрятаться. И у нас есть записка еще одна. А сейчас резко вдохните. И подпишитесь на канал. Не забывайте про это. Здравствуйте, осел! Сори, привычка. Осел, я пытался связаться с тобой больше года, и ты вызываешь на меня полицию, идиот. Вы не будете счастливы, если не вернетесь домой. Все закончилось. Все члены моей семьи умерли. Ты единственный, кто у меня остался. Мне пришлось убить тех, кого ты вызвал, а тебе нужно вернуться домой. Иначе троеточие Шрек. Короче, Шрек сошел с ума и начинает угрожать всем своим близким людям. Я понял. Внутрь мы зайти не можем, как я понимаю. Да, внутрь мы зайти не можем. Мы должны найти какое-то другое место, но мы уже нашли достаточно много записок. Это очень хорошо. В общем, я предлагаю просто ходить по тропинкам. Я думаю, разработчик об этом позаботился, чтобы я что-то находил в этих тропинках, нет? Go any further and get lost. Ага. Пить я еще по-прежнему не хочу. Хорошо, допустим. По-моему, здесь мы еще не бегали. Это вообще прям настоящий лабиринт, и можно прям потеряться. Ребята, стрёмно. Так, вот здесь вот мы были, вот здесь мы не ходили. Так, окей, допустим. Я уже начал ходить через деревья, мне кажется, это опасно. Это чисто симулятор, как заблудиться в лесу, потому что реально вот так вот люди в лесу и теряются. Food place. Хорошо, тогда мы идем дальше, потому что food place нам не интересен. Ага, здесь идти дальше некуда. Хорошо. Ребят, скажи, а у вас была мечта в детстве? Вот я, когда был маленьким, мечтал о новом скоростном велосипеде. К сожалению, я тогда не знал, как и где мне копить деньги. Но вы можете попробовать осуществить свою мечту вместе с карточками Тинькофф Джуниор. Сейчас я вам все расскажу. Эту карту можно открыть только если вам не больше 14 лет. С ней вы сможете расплачиваться в магазине, в школьной столовой, переводить деньги одноклассникам и даже открыть счет-копилку. С такой копилкой вы накопите на что угодно, получая дополнительный доход до 5% с подпиской Тинькофф Про. В детстве моя свинка-копилка так не умела, а жаль. С карты я бы точно накопил и себе, и своим друзьям на велосипеды. Еще с Тинькофф Джуниор вы сможете получать бонусы за покупки, где один бонус равен 1 рублю. Эти бонусы вы сможете потратить в фастфуде, в кафе или в других местах. Ну и самое главное, посмотрите, какая стильная и клевая карта. Можно выбрать дизайн, который нравится, или попросить такую карту на день рождения или Новый год. Карта, кстати, совершенно бесплатная. Скорее переходи по ссылке в описании, чтобы оформить карту Тинькофф Джуниор. Вашу первую настоящую банковскую карту. Вот, мы здесь выбирали направо или налево. Мы пошли направо, теперь мы идем налево. Фух, так, еще один туалет вижу. И все, ладно, допустим, погнали. Ой-ой-ой, я что-то испугался записки, если честно. Так, что-то написано. Привет, осел, сам ты осел. То, что все члены моей семьи погибли, не означает, что я убийца. Где ты? Как вы можете в это поверить? Я не горжусь этим. Приходи домой, чтобы мы могли поговорить. Я скучаю по тебе. О, Шрек скучает. Короче, его члены семьи погибли. И, я так понимаю, ослик и его жена. Почему-то не Фиона, а Морони. Или Морони это жена осла. Короче, его близкие думают, что это он их это прикончил. Это не прикольно, конечно, максимально. Но я не понимаю, что мне делать на самом деле. В этом проблема, потому
потому что я пришел к своей начальной точке. Я вроде бы уже везде был. О, еще одна записка, нет, значит, здесь я не был. My mini cave. Что такое cave? Моя мини-пещера, нам налево. Вот, там мы сможем укрыться от дождя, наконец-то. Но у нас есть записка. Привет, Шрек. Это полиция пишет Шреку. Смотрите, вон подпись полиция. Ваша мама, дедушка, бабушка и ваша жена погибли в результате авиакатастрофы. Мы сожалеем об этом. Надеемся, что вы скоро поправитесь. Опа-на, ребята, вот с чего все началось. То есть они погибли в авиакатастрофе, но осел и близкие люди думают, что это он их съел или убил и так далее. Блин, Шрек, мне тебя теперь жалко. А мне еще надо будет на тебя злиться сейчас, потому что я нашел какую-то пещеру, и я так понимаю, что нам нужно укрыться от дождя. Могу ли я сесть вот так вот под камень? Нет. А что тогда делать? Здесь мы еще не были. О, стоп, вот, здесь открыто? Да, здесь открыто, смотрите, лежит бита. И еще какая-то записка. Это последняя записка, 6 из 6 было найдено, ребята. Дорогой осел, я никогда не пытался убить тебя. Полиция врала, я бы никогда не сделал такую ужасную вещь. Пожалуйста, доверься мне и вернись. У меня есть сюрприз, я не покажу его тебе, пока ты не вернешься домой. Ты знаешь, где я живу, надеюсь, скоро увидимся. Так, я так понимаю, что этот сюрприз для осла от Шрека, это вот эта вот бита, которую он хотел его прикончить. Короче, Шрек слетел с катушек. О, у нас началась катсцена, я нашел все 6 записок. Дождь слышу, и мы нашли пещеру. Мы обернулись налево-направо, заходим. Сейчас будет скример, 1000% даю. Мы начали спать зачем-то. Что за звук? Что за звук, ребята? Я не понимаю. Ой-ой-ой. А, хай! Following me. Как ты меня нашел? В смысле? Я не знал, что мне делать. Он меня просто уничтожил. Он говорит, как ты меня нашел? И просто... Ой, топором меня еще ударил. Ты что, обалдел? Мне нужно просто бежать? А куда? Тут темно. Возьмите фонарик и бегите отсюда. А где фонарик? Где я могу... Блин, опять. Так, фонарик лежит на столе, я понял, погнали. О, так, фонарик взял. Шрек! Возьмите фонарик, бегите оттуда и найдите место, где можно спрятаться. Он тут. Ё-моё, 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 ё-моё. Я бегу куда-то, прятаться я здесь не могу. Здесь я тоже не могу спрятаться. А где я могу спрятаться? Я же всю карту обежал, я должен встать. О, бежит, бежит, смотрите, идет. Чистая цеп на мид выходит. Я на него специально повернулся, случайно. Специально, случайно. В темноте бегаю, не вижу, куда бежать. Стремно, блин. Сразу побежим, короче, я так понимаю, налево или направо. Тут был туалет, мы бежим направо. Может, мы можем спрятаться в туалете, и он нам ничего не сделает? По-моему, логично. Сделает, ребята. Я не понимаю, что мне делать. Мне нужно найти место, чтобы спрятаться, еще выпить много энергетиков. Ужас какой-то. Да отвали от меня. Так, ладно, первый энергетик подбираем прямо сейчас. Вот, оп, не подобрался. Это будет долго. Это же вот это место. Я вот здесь должен был спрятаться, нет? А, нужно найти больше энергетиков, чтобы спрятаться. Я понял, я понял, я понял, я понял, ребят, я понял, я понял. Окей, значит, мы будем бегать по кругу. Ну, именно, чтобы не потеряться. Я уже потерялся. Ой, как это стрёмно. Я бы никогда не хотел оставаться в таком лесу. Лежит около туалета, отлично. Второй есть. Ну, подберись, беги, беги, беги. Он здесь. Ой, он не очень рядом, он очень рядом. О, вот там вот точно был энергетик, я помню. Да, это в самом начале карты. Отлично. Я вообще не знаю. Очень рядом. Я вообще не знаю, как я ориентируюсь. Мы заходим, кстати, на второй круг. Мы нашли 3 из 5 энергетиков. Это отлично. Я примерно понимаю, где мне нужно повернуть, чтобы найти еще 2 энергетика. А он где? А где Шрек? О, вон он, вдали. Вон он идет. Вижу вдали энергетик, ребят. Еще один. Подбираем. Вот ты. Ой-ой-ой. Искусственный интеллект реально понимает, что нужно повернуть чуть-чуть налево, и меня можно достать из-за этого. Блин, я так не хочу проигрывать. Я собрал 4 из 5. Ребята, я не могу найти последний. Не могу. Не могу найти последнюю банку. Ой, капец, как он рядом. Ух ты ж. Я потеть начинаю. Так, подождите, а я около логова забирал или нет? Я вот не помню, забирал около логова или нет. Может, я просто забыл твою дивизию. Так, вот, мы вернулись к логову. Чё тут, чё тут? Может быть, я около этого туалета забыл? Нет, не забыл. Братва, я не забыл. А чё мне делать-то? Блин, бешеный Шрек, где он? Среди кустов где-то. Ребят, подождите, не вижу Шрека. Начинаю из-за этого переживать. Где он? Ой-ой-ой-ой, вон он, был. Я не понимаю, куда мне идти. Да ёшкин кот, да где этот энергетик? Кто поставил? Разрабы. Вот, это другой туалет. Здесь тоже ничего нет. Я могу, интересно, прятаться в туалете или нет? Я просто боюсь, что я сейчас проиграю и мне придется начинать заново. Я так не хочу. А может, рядом с логовом есть энергос? Вроде нет. Так, Шрек пока далеко. Почему я не могу взять нож? Нож лежит на столе кухонном. Ой-ой-ой, я забрел в дебри опять. Я в лесу, ребята. Придется сейчас на рандоме бежать. Тип рандомит. Так, так, что здесь? Food place. Да мы... О, вот он. Нет! Он здесь, я не подобрал, я не подобрал. А я подобрал, 5 из 5 пишет. Ух ты, бешеный зеленый слайм. Так, смотрите, вон он через деревья начинает идти. Походу, в конце, когда уже я все собрал. Вот, видите, он через деревья ходит. О, вон он, теперь мне нужно просто найти ее убежище. Блин, вот, ребят, вот то, что вы видите, вижу я. Я не знаю, куда я бегу. Мое мини-кафе, да, нам сюда. Здесь справа мы оббегаем, отлично. Все, здесь вот не кафе, а точнее убежище. Мое маленькое убежище, он сзади. По-прежнему, посмотрите, как он шагает. Ребята, где-то здесь можно было спрятаться. Где? А где логово? Да здесь же, да было здесь. Это оно или нет? Да, это оно.
Я куда-то залез. О, я спрятался. Фу, сейф года. Привет. Не надо, пожалуйста, я так долго бегал. Ты же не убивал ослика, правда? Шрек, ты не убивал ослика. Шрек. Ау, за что лящика дал? Это не конец? Я в тюрьме Шрека, ребята. Мне нужно найти 2 записки и 5 энерджи дринков. Так, короче, мы нашли записку. Привет, я хочу, чтобы ты почувствовал боль. Зачем? Не пытайся убежать, я убью тебя, если ты попробуешь. Но знай, ты никогда не сбежишь. Окей, это мы еще посмотрим. Теперь мы находимся в какой-то тюрьме заколоченной. Перепрыгнуть сверх тюрьмы нельзя. Мы можем залезть по факту на стол. Так, со стола как-нибудь вот так вот запрыгнуть тоже нельзя. Здесь что у нас есть? Здесь нифига нету толкового. Так. Нам нужно подумать, как мы можем отсюда выбраться. Есть стол, мы на него можем запрыгнуть. Дальше что мы можем сделать? О, стоп, что? What the hell? Подождите, я как-то пролез. Так, спокойно, я куда-то вышел. Здравствуйте. Это что за дверь? Я открыл что-то. Я что-то открыл, здесь топоры. Что это такое? О, я думал, это записка. Я думал, что это записка. Нет, это не записка. О, вот оно. 1952. Это что-то очень важное, ребята. Запоминаем. Но это по-прежнему не записка, ребят. Это не записка. О, тихо. Он спит. Смотрите, Шрек спит. Вон он дрыхнет. Should go to close Shrek. Пойдем по кругу. Может, что-нибудь сейчас найдем. Аккуратно, Шрек спит. Я захожу. Ой, он зачеркнул Фиону. Блин, он расстроен из-за того, что у него это откинулось. Так, что здесь? Не Декей. Блин, нужен ключ. А где ключ я возьму? Я не знаю, ребята, мне очень стрёмно. Так, хорошо, мы еще вот здесь не были точно. Здесь заколочено. Так, здесь топор лежит, понял. Так, я не понимаю. Шрек, какой ты стрёмный и жуткий. Тебя еще осел кинул. Ладно, ладно, спокойно. Сейчас будем разбираться с этим всем. Это энергетик. Мы выпили один энергетик. Кстати, нам нужно искать энергетики точно. О, мы взяли лом. А лом нам понадобится. А это хорошо. Правда, я его до этого не видел, если что. Лом на заколоченной территории нам понадобится. Где-то она здесь, да? Тихо-тихо-тихо-тихо, не так громко. Спит? Спит, дед храпит, нормально. Здесь мы расколотили дверь, заходим. Свежее мясо. Fresh blood. Так, хорошо, допустим. Мы в какой-то комнате, непонятной и очень темной. Я пока не понимаю, что мне здесь нужно делать. Математика, Шрек и Фиона. 93 умножить на 19. Это так, так 9 3 это 27, так, значит 1767, запоминаем, ребята. I need more energy drink, push up. Вот выход, но пока мы не соберем все энергетики, мы не можем выйти. Да блин, нужен ключ, опять какой-то ключ нужен. А 19.52 мне зачем? Я не помню откуда. Тихо, что происходит? Почему здесь все развернуто? Так, а вот и ключ. Я открыл. Здесь есть ключ от дверей. Мы только что его подобрали. Осел! О май гаш, это мы не видели, это мы не видели. О, энергетик я вижу. Я его забираю, так, на осла мы не смотрим. И чё, я с этим ключом я не могу выйти, да? Угу, я понял, я знаю, где нам может понадобиться этот ключ. В этом, ребята, извините, начинаю запинаться, потому что очень стрёмно. Нам может понадобиться ключ вот здесь, вот в этом сейфе. О, и energy drink нам тоже понадобится сюда. Так я, а какой ключ я взял? От чего я ключ достал? Сон у него, конечно, уверенный. Так, короче, мы здесь были. Здесь мы тоже были, но, возможно, что-то просмотрели, ребята. Так, здесь мы тоже были. Здесь вроде дверей больше нет. Вот энергетик, еще один нашел. Отлично. Нам нужно найти еще один энергетик и еще одну записку. Где мне ее найти, я не знаю. А, вот, опять нужен ключ. Я не понимаю. Может, у него где-то рядом здесь есть что-то? Что-то такое интересное. Вот за кроватью, например, нет, ничего нету. О, нашел ключ. Сюда. Открываем. Что у нас здесь внутри лежит? Внутри еще один ключ и записка. Отлично. Почему я не могу ее подобрать? Почему не подбирается? Ребята, я так долго это искал. Опа, отлично. Фиона, я не могу понять, ты умерла сегодня? Что? Я не знаю, как выжить без тебя. Все, что я чувствую, это злость и то, как я по тебе сильно скучаю. Я плачу каждую минуту, я скучаю по тебе. Блин, Шрек, да я понимаю, но ты какой-то бешеный стал в то же время. О, лежит, спит, храпит, скучает он, конечно. У меня еще есть ключ от вот этого двери. О, сработало, да. Мы заходим куда-то сюда. Мы нашли практически все, кроме одного энергетика. Еще один ключ! Да вы чё рофлите? Да я боюсь здесь ходить. Не хочу я ваши ключи искать. О, я нашел 5 энергетический напиток. Теперь мне осталось просто найти ключ и уйти из этого дома. Но я вообще не понимаю, где ключ. Я все проверил, я везде был. Напряжение, оно не спадает, потому что я знаю, что скоро Шрек начнет за мной гоняться. Короче, есть возможность забрать топор, но я боюсь. Ладно. Что? Что я сделал? Он меня зарубил! Что?
Он меня зарубил. Я 40 минут искал просто ключ. Ну, я знал, что не надо брать. Но там написано пикап акс. Взять топор. Ой, да ладно, я собрал все записки, все энергетики. Что за бред? Что это за рофл? Я просто презираю этого разработчика. Это такой бред. Ребята, посмотрите, где я оказался. Это самое-самое начало. Эта игруха меня просто бесит. Но она была прикольная. То есть, нет, хоррор был реально интересный. Было смешно, весело, страшно. Все было в этом ролике, и даже в конце я смог испытать злость. Ну, это может даже к лучшему. Весь спектр эмоций был в этом ролике. Не забывайте поставить лайк и подписаться на этот канал. С вами был Глент, всем пока. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.